В немецком городке Михендорф проходит традиционный забег Санта-Клаусов. Правда, масштаб ограничен из-за карантинных мер. Как правило, в мероприятии участвует более 1000 человек. В этот раз несколько сотен. При этом участники бегут с учетом социального дистанцирования. Из-за пандемии коронавируса наш ежегодный забег не может состояться в привычном формате. Обычно 1000-1200 участников бегают по узким улочкам. А в этот раз мы не хотели собирать столько людей. Никто из нас не хочет брать на себя ответственность за это. Риск слишком высок. Участники также бегут в масках по разным графикам и без общей стартовой линии. Ранее в Михендорфе проходил самый многочисленный забег Сант в Европе. Его участники хотели вдохновить людей заниматься спортом не только летом, но и зимой. В этот раз, хотя Сант гораздо меньше, праздничное настроение и любовь к спорту они передали. Мы бегали на протяжении многих лет с самого начала, и нам очень жаль, что в этом году забег не может состояться в обычном режиме. Но мы хотели оказать некоторую поддержку членам нашего бегового клуба, которые обычно организовывают красивые мероприятия. Забеги Санта-Клаусов традиционно проходят и в других городах мира.